За 3 года работы фитнес-центр «Витаклаб» стал популярным местом активного отдыха у армавирцев. Со временем уютные залы уже не вмещали всех желающих прийти на тренировку. И вот оно событие, которого так ждали посетители и тренерский состав – торжественное открытие нового корпуса. Мы построили новые залы. Это, так скажем, продолжение того пилотного проекта, потому что есть еще много мест, куда можно развиваться. Если мы совместно будем желать чего-то, мы обязательно этого добьемся. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете нас, пришли к нам. Ну и, конечно, вот наше продолжение. Это любимая жена, которая возглавляет этот клуб. Ну и внук, который будет в будущем его возглавлять, наверное, да, Никита? Он спортсмен у нас, футболист. Для гостей праздника, которые пока не определились, какому направлению отдать предпочтение, инструкторы подготовили показательные выступления. Брейк-данс, хип-хоп, электроденс – эти направления с удовольствием осваивает молодежь. Коллектив «Вок-дэнс», который работает в направлении стрит, можно увидеть на многих городских мероприятиях. А вот для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность и красоту, продолжит работу студия «Belly Dance». Особую атмосферу в фитнес-центре создают преданные своему делу инструкторы. На открытии чествовали лучших. И все-таки постоянным клиентам и тем, кто впервые пришел на занятия «Витаклаб», не терпелось взглянуть на новые залы и оценить интерьер. Красная ленточка перерезана, и можно все увидеть своими глазами. Новый корпус – это 3 больших зала. Один из них тренажерный, с дополнительным оборудованием американской компании «Hoist», которая позволяет щадить суставы во время нагрузки. Именно таким тренажерам отдают предпочтение мистер Олимпия Арнольд Шварценеггер и первые лица России. Это не все планы, которые мы хотим воплотить, потому что следующее это будет кинезиотерапия, это залы появятся кинезиотерапии, потому что я считаю это самое полезное. Просто красивые мышцы – это нужная вещь, которая поддерживает корсет наш, он нужен, но самое главное – это грамотно с врачами подходить к своему здоровью. На 2-м этаже размещаются 2 зала для групповых тренировок. В большом помещении, рассчитанном на 80 человек, будут проходить занятия йогой, пилатесом, танцевальной аэробикой и даже балетом. Опытные инструкторы, настоящие скульпторы тела, подскажут, как правильно подобрать упражнения, спортивное питание, составят диету. Я, конечно, рада, что имею участие к открытию этого клуба. Замечательно. Я приглашаю всех на тренировки для того, чтобы результаты были видимы, конечно, нужен тренер. Я, собственно, как бы работаю здесь тренером, веду индивидуальные тренировки на тренажерах для усовершенствования мышечной массы и улучшения силуэта. Человек, если новичок, к нему, соответственно, подход будет очень легкий для начала, чтобы адаптировать его тело, адаптировать его сердце к нагрузке, потом, соответственно, интенсивность увеличивается, ну и так далее. А если человек уже пришел с опытом, ему дают соответствующие нагрузки, уже дальше мы прогрессируем в тренировках. Отличным подарком для гостей праздника стал розыгрыш призов. Главный – это годовой абонемент на посещение фитнес-центра. Очень хотела записаться на фитнес, вот, не занималась, вот сейчас буду теперь заниматься. Фитнес расширил свои границы. Уже готово расписание групповых занятий в новом корпусе. Ну а йога в воздухе и Cycle Studio продолжат работу в прежних стенах. Лариса Юровская, Артур Карджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».